Ну вот Свентяль, курорт следующий за Древерной. Здесь вот площадка эта бесплатная. Сейчас покажем. Тоже уже третий год снимаю. Два видео есть. В прошлом году тех зданий не было, еще только начали строить. Я в прошлом году снимал с дрона, и в этом году тоже сниму новое видео этого года, 2022. О, пожалуйста, с Латвии отдохнуть. Литовцы в Латвию массово прям едут, потому что дешевле, а латыши вот к нам. Сейчас до залива для яхты, катеров. Какие там цены, видите? Делкура, Исигиима, Крепс, Якура, операторию, контакты. Ну, просьба по телефону звонить. Байкеры приехали. Одного даже камера GoPro. Слушайте, ребята, это девушки приехали, это все девушки. Вот в этот раз не так пройдусь. Как-то странно, в прошлом году как-то
с этой площадки можно было прямо пройти. Прямо пройти вот к этим вот контейнерам. А сейчас какой-то шлагбаум, здесь вот так вот надо обходить. И вот идти вот. Вот видим ласточкины гнезда. Вот такие как. Или это не ласточки? Ласточки. Боюсь подходить. Еще заклюют. Древерно там в той стороне. А еще перед древной там такие как дикие места, там вот тоже приезжают, палатки ставят на кемпинг, эти кемпера. В общем, о, один контейнер продают, а тут если свой флаг повесили, может, купили уже кто-нибудь. Как тут раньше изменилось? В этом месте вроде не было площадки для любителей отдыха, которые на трейлерах приезжают. Сам вход изменился. Это, видимо, вот этот канал, вот этот вот вырыли новый, потому что от дороги прямо сюда был проход. Я вот этого не помню. Этого не было в прошлом году, друзья. Вот это паркинг для яхт. То есть расширили. А люди должны обходить. На втором этаже видим полный бар. Да, доски новые. Два мотора. Да. Мазерати. Продают. Сколько стоит? 72 тысячи евро. Тоже продают вот этот вот домик. Так, я там не выйду. Те, которые на мотоциклах приехали, эти женщины, они вот решили в баре посидеть, на столик заказать. Все, друзья, он там перед мостом шлагбаум поставили. В прошлом году был заезд, можно сказать, бесплатный. Мог чужой подъехать, а в этом году уже шлагбаум стоит. Немцы приехали. Смотрите, раньше я такое не делал, что даже здесь машины вдоль вырытой этой канавы прям стояли так вот. До самого конца вот въезда. Тоже стал такой престижный курорт очень. А все по старинке в Палангу ездят и удивляются, какие там цены. А здесь еще дороже курорт. В Паланге даже вон на своей яхте негде пришвартоваться, только разве что возле моста.